О, Эрнест и Хулио Галло, вы не только отличные виноделы, но и красивая пара. Франсин? Роджер, ты не видел Франсин? С тех пор, как она принесла это, не видел. Ты смотри, какой размер, я уже в стельку и только добрался до этикетки. Всем привет, простите, что опоздала. А вот моя хозяюшка, 4-литровая бутылка — это вещь. Франсин, поторопись. Мы опоздаем на банкет моего босса. Что за... Закрой багажник, я поеду в кино. Франсин, как ты растолстела? Стэн, это мой костюм. Сегодня мы даем спектакль. Спектакль? Какой спектакль? Первый раз слышу. Так, иди и переоденься к банкету. Заместитель управляющего балок, это Стэн Смит. Хочу извиниться за свою речь. Я все это наговорил от усталости и обезвоживания. Бывает. Погуглите «Мартин Лоуренс плюс арест плюс бег». А меня, значит, в машине нельзя было распаковать. Хорошо, что я не забыл наложить тебе в колготки. Мне нужно выпить. Где спиртное? Спиртного нет. В Саудовской Аравии сухой закон. Я серьезно, где спиртное? Франсин, я должен явиться к новому руководству. Я установил дополнительные замки на дверях и окнах, чтобы вас не обезглавили, пока меня нет. Стэн! Я все предусмотрел, найду спутниковую тарелку, чтобы вечером посмотреть «Остаться в живых». Мы застряли в этой пустыне, но это не значит, что мы обязаны пропускать сериал. В кухне тоже алкоголя нет, я обыщу шкафы, а ты проверь кладовку. Стэн, я не хочу сидеть здесь весь день. Мы с детьми пойдем в гости к соседям, а когда вернешься вместе, сходим посмотреть на дворец. Ладно, будь по-твоему. Опять. О, господи, я на измене, у меня реальная измена. В полироле есть спирт? Кажется, это смертельный яд. Здравствуйте, разнообразные члены семьи. Надо же, кто-то здесь в хорошем настроении. Еще бы. Я обдумал твои слова по поводу внедрения в чужую культуру. Я с тобой полностью согласен. Полностью. Отлично, обсудим это в машине. Я хочу посмотреть на дворец до заката. Спасибо, что взяли меня с собой. Где-то тут должно быть спиртное, я уверен. О, дохлая корова. Где-то поблизости есть джин. Мой алкорадар его засек. Я уж молчу о своем нефтелокаторе. Дошло? Как гидролокатор, Стив. Вот какой я трезвый. Awesome. Круто. О, нет, 45 иностранных денег. Как дорого. Или дешево. Надо было приказать маме дать мне денег. Пожалуйста, Стив, детке нужна бутылочка. Идем. Заткнись, как ты меня достал. О чем женщина? Женщина? О, нет, это просто продано. Не знаю, куда ты меня тащишь, но тебе же будет лучше, если там будет шнапс. Помогите! Куда вы меня везете? Я убью Стива. Продать меня какому-то незнакомцу, и даже не торгуясь. Кстати, в наших магазинах такие корзины по 80 баксов стоят. А ты сколько заплатил? Центов 50? Только честно. Молчать! Тебя не болтать купили. Тебя купили, чтобы ты была женой. Женой? Слушай, друг, я за тебя не выйду. Естественно, не видишь. Ты за него видишь. Well, ну что ж, не могу ж я вечно ломаться. Ваш напиток, принцесса. Thank you. Спасибо, Захария. О, Захария, вот это Том Коллинз. Не знаю, как ты это сделал, но ты запиши, потому что коктейль идеален. А вот и мой цветок пустыни. Ты что делаешь? Готовились к саитию с моей новой прекрасной наложницей. Саитию? Подожди, не знаю, что тебе говорили об американках, но мы не прыгаем в постель к первому встречному. Слушай, милый, сейчас не время, у меня колючие дни. Понимаешь, о чем я? Не стесняйся, мой прекрасный гиацинт. Ого, не так я себе представлял свой первый раз. Теперь я понимаю, как себя чувствовала Бренда Уолш на выпускном. О чем ты говоришь? Персонаж Шеннон Дойерти в «Беверли-Хиллз» 90-210. Она пошла на выпускной с хулиганом Диланом Маккеем, борясь с желанием потерять девственность. Какая интересная история. Хочу послушать эту славную легенду. Славную легенду?
О, слышал бы тебя Эрон Спеллинг. Ладно, ладно, расскажу. Но она длинная. А когда закончишь, мы с тобой сложим зверя с двумя спинами. Странно, почему ты покупаешь жен? Ты такой очаровашка. Так вот, давным-давно в городе, где на парковках блестели BMW, а все подростки были белыми и 30-летними... И я понял, что сериалу конец, когда начали сюжетную линию про парня из персиковой косточки. Кому какая разница, что Нед не умеет читать? Щелк. Потрясающе, какая захватывающая история. Так теперь секс. Ну, раз тебе эта история понравилась, хотя нет, тебе это не интересно. Что неинтересно? История из другого волшебного района к востоку от Беверли-Хиллз под названием Мелроуз Плейс. Окей. Так, а теперь зверь с двумя спинами. Так вот из-за чего весь сыр-бор. Ладно, окей, без проблем. Да-да! И все, что происходит в Саудовской Аравии, остается в Саудовской Аравии. Ясно? Я серьезно.